Тогда. Но имба, да, только прокачать нужно правильно. И по сути, если нету конуса гармонии на эффект пробития, то его сложно одеть хорошо. Но вот в этом и проблема, что есть многие говорят, что я на игру забил, как бы, и не захожу. А по сути, я как бы понять можно, потому что это по сути рутина. Каждый день надо заходить, 10 минут, вот это вот фармить и все остальное. Но по сути, в месяц халявно, просто тупо делая рутину, ты фармишь, ну, сколько там получается? Просто делая делики, 50. За делики мы получаем 60, 60 на 30 условно. Ну, то там когда 30, 31, но мы условно на 30. Это получается 1200, просто вот так вот халявно заходя, как бы. Но у тебя канонично просто, Олег, получилось. Ну да, тут получается, шаурма, тут получается, если так подумать, то это даже логично. Она, получается, цели поджигает, потому она наносит, типа, вот эту уязвимость огненную. Ладно, вперед, первая десятка. А, Галахер. Ну, Галахер тоже хорошо. У меня в планах вообще, чтоб Сюэй и Галахер выпали. Оба. Оба-обе. Так, ну если сейчас мне выпадает Жуан Мэй быстро, то я еще, наверное, сигну крутану светлячку. Дастишь фантастишь, блин. Ну тут на самом деле не странно, потому что у меня с прошлого патча гарант сохранился. Ну, то есть, можно не удивляться, просто у меня гарант сохранился с прошлого патча. Ща, где тут? Во, Велт. У меня вот он, Велт, и получается 55. Ну, то есть, вот, светлячок прям прилетело. Прям реально прилетело. Так, ну. Теперь Жон Мэй. А потом и Сигну тогда. Так. О, это. Не, я Сигну, скорее всего, крутану, Олег. Так, Михаил долбанный. Я, конечно, против него ничего не имею, но мне он не нравится и как-то особо и не хочется. О, этот ужин этих каких там. Завтрак гениев, или как там называется? Ну, посмотрим сейчас, Олег. Просто сейчас Жуан Мэй как будет выпадать, а там посмотрим. Ого! Два Галахера, нифига себе. Так, Сюэй. Ну, не, мне. Я-то буду крутить, пока она мне не выпадет. Мне же Жуан Мэй нужна. Тут дело в том, что она мне нужна. Так, Галахер. О! Нормась. Все, Жуан Мэй тоже прилетела. Ну все, тогда сколько? Я только 9К кристаллов потратил. Ну, не учитывая 10 билетов халявных, 9К потратил. Ну, то есть, учитывая билеты, то да, там. Так, ну тогда крутим Свету. Газпром. Света Газпром.
Так. Все, эй. Так, еще два галлахера. А че мне галлахеры по две штуки выпадают? Это баг или фича? Че они мне по два выпадают? Ну, будет жесть, если мне два светлячка выпадет. Так. Вы заметили, что мне по два галлахера выпадает за раз? Да ладно, еще один велд? Офигеть! Вы смотрите, почему у меня два галлахера выпадает? Это баг или фича такая? Это что такое вообще? Я, конечно, не против, потому что это халявные крутки, но это как-то... Так, прикол в том, что у меня велд уже или C2, или я не знаю, что он у меня там. Сейчас посмотрим. О! Один галлахер выпал. Миша меня уже подзадолбал. Все, это хорошо. Так. О! Так, еще сюэй. Так, я смотрю, что-то C1 не хочет выпадать вообще, как таково. Все. Есть. Больше я крутить не буду, иначе я останусь без.